Я был несчастным, когда думал, что счастье где-то. Я стал счастливым, когда понял, что оно внутри. Многие думают, что будут счастливы, когда переедут в другое место, когда купят новую машину или еще какую-нибудь вещь. Но все это приносит лишь временные эмоции, а не истинное долгосрочное счастье. На самом деле человек находится в иллюзиях, когда думает, что кто-то или что-то сделает его счастливым. Конечно, важно стремиться к чему-то лучшему. И как раз-таки стремление дает больше радости, чем конечный результат. Именно в пути к своей цели человек ощущает больше счастья, чем тогда, когда цель уже достигнута. Когда достиг желаемого, наоборот, появляется какое-то опустошение. Ты чем-то горел, стремился к этому, это тебя наполняло. А когда реализовал это, будто обнулился. Не знаю, как у вас, но у меня именно так. Приведу конкретный пример. Когда я пишу новую песню, я испытываю радость и вдохновение в процессе и хочу поскорее реализовать идею, чтобы услышать конечный результат. И даже когда готовая версия песни получилась именно такой, какой ее представлял, я понимаю, что счастье не в готовой версии песни, а в процессе создания. Подбор музыки, написание текста, запись. Именно это приносит больше радости. В этом счастье конкретно для меня. Речь зашла о песнях, и я вам хочу сообщить, что сегодня у нас вышла новая песня под названием «Счастье внутри». Я приглашаю ее послушать по ссылке в описании этого видео. Друзья, я желаю вам заниматься своим любимым делом и получать удовольствие в процессе. Пусть ваше счастье не зависит от внешних факторов. Пусть ваше счастье всегда будет с вами, внутри.